Привет, друзья! Добро пожаловать на мой канал, любителям джудо и моим подписчикам. Сегодня хочу поделиться с вами видео. Это схватка Луки Майсурадзе из Грузии против Шарафутдинова Балтабоева из Узбекистана. В четвертом раунде они встретились. Схватка была полная на события, полная хороших моментов. Я думаю, эта схватка стоит отдельного видео. Итак, друзья, Балтабоев против Майсурадзе. Активно очень вели борьбу. Оба спортсмена атаковали постоянно, как здесь. Балтабоев пытался провести свой коронный бычок. Здесь Лука зацепил ногу. Хорошо Балтабоев ушел из этой ситуации. Настроенный захват. Балтабоев пытался провести подножку переднюю. Хорошо ушел от этого броска грузин. Здесь забирает захват Лука. Лука атакует. Снова за ногу берет. Пытался провести зацеп изнутри. Подразнименную ногу. Схватка перешла в голден скор. Два замечания получил Майсурадзе. Здесь на зашагивание заходил Балтабоев и высек ногу Майсурадзе. Неплохо поработал ногами, а Шваза неплохо получилось здесь. И вот момент броска. Уже вторая минута, голден скоро идет. Майсурадзе зашагивает. И, к сожалению, на себя валит. И это прекрасный япон. Победа от Балтабоева. Пишите в комментарии, как вы думаете, станет ли сегодня Шарафутдин чемпионом мира. Спасибо за внимание.